национальном парке Крюгер живет медоед по кличке Стоффл со своей самкой. Они часто выбираются из своего вольера и досаждают остальным животным центра. Потому сотрудники парка начали закрывать двери на двойные задвижки, причем верхнюю задвижку еще и обматывают проволокой. Но самое поразительное, что Стоффл все равно додумывается, как выйти. Просто посмотрите на это. Он открывает нижнюю задвижку, потом лезет к верхней, тянет ее и понимает, что она не поддается из-за проволоки. Тогда он начинает оттягивать ее от затвора. Удивительно. Работникам парка после этого пришлось закрывать двери в вольер на замок, но Стоффл все равно придумал, как выбраться. Он просто прокопал подземный ход под забором. Тогда медоеда переместили в своеобразный алькатрас, из которого, как считали смотрители парка, ему точно не удастся выбраться. Глубокий фундамент не давал прокопать подземный ход. Однако в вольере росло дерево. Стоффл додумался отгрызть с него большую ветку и использовать ее для перелезания через забор. После этого работники срубили несчастное дерево. Но медоеда это не остановило. Он просто собрал камни возле забора и использовал их как лестницу. Тогда работники убрали все камни из вольера, но и это не помогло. Стоффл начал делать из земли клубочки, которые использовал вместо камней. И так продолжалось каждый раз. Как бы сильно ни пытались этого медоеда запереть в вольере, он всегда находил выход. Его сообразительность пугает местных работников. И все бы ничего, но однажды, сбежав, Стоффл попытался открыть дверь вольера со львами и едва не выпустил их на свободу. К счастью, его вовремя заметили. Также этот медоед покусал носорога и вломился ночью в дом своего куратора, разбив стекло и напугав его.